только в декабре даем скидку 5% на готовые квартиры в ЖК «Олимп». К новостям промышленности. Калининское IT-предприятие «Резонит» вышло на более высокий уровень. На заводе начали использовать новую технологию, а штат сотрудников расширился. На днях зубовское производство посетила глава района Евгения Цветкова с подробностями. Это электронный мозг – один из главных элементов будущей стиральной машины. Перед тем, как попасть в цех ручной сборки, плата проходит полное электротестирование – финальную проверку на качество. Кстати, на российском рынке печатных плат клинская компания «Резонит» в числе лидеров. Основное наше преимущество перед любыми российскими и не только предприятиями, то, что там, где срок обычный 3 недели, мы делаем за 3 дня. Как брак вычисляется? За 3 нет. Здесь уже ничего нельзя. То есть... Вот, да, вот сейчас? Или что? Нет, это она, скорее всего, остановилась. Да, надо менять заготовку на другую. Клинскому IT-предприятию уже 10 лет. На заводе «Резонит» в Зубово производят трафареты и печатные платы. Начиная от мелкой электроники, например, для телефонов и светильников, до крупногабаритной техники и даже автомобилей. В этом году завод вышел на новый уровень. Внедрили современную технологию по изготовлению гибких и гибко-жестких плат. За последние, ну, наверное, 2 года, можно сказать, мы произвели очень серьезную модернизацию. Если раньше мы делали простые платы, немножко сложные, то сейчас мы на нашем клинском заводе мы делаем практически любую продукцию любой сложности. Это потребовало больших инвестиций в технологии, потребовало больших инвестиций в оборудование. Только в этом году инвестиции компании составили порядка 100 миллионов рублей. За счет этого создали дополнительные рабочие места. Сейчас на предприятии трудится почти 400 человек, большинство клинчане. Поэтому после экскурсии по цехам глава района встретилась с трудовым коллективом и ответила на их вопросы. Один из самых интересных – судьба старого корпуса ДШИ. По факту сейчас выявлено, что это здание придется полностью сносить. Проект мы уже видели, это красивое тоже 4-этажное здание. Проект выходит уже в декабре месяце из экспертизы. И реконструкция рассчитана на 2 года, 2018-2019 года. Деньги идут полностью из бюджета области и небольшое софинансирование наше. Вместе с коллективом обсудили и планы на будущее. Уже в марте «Резонит» запускает новую автоматическую линию иммерсионного золочения плат без применения свинца. Это сделает производство более экологичным и увеличит качество продукции. Евгения Цветкова, Наталья Красавина. Новости дня.